разбавим ярким цветом серые будни. Простой способ нанести красивую помаду. Но что, если за окном снег и уверенный минус? Как выяснилось, это совсем не повод отказываться от декоративных средств в пользу бальзамов. Гигиенические помады в большинстве случаев приносят больше вреда, чем пользы. Увы и ах. Во-первых, большинство брендов, особенно раскрученных, имеют в составе минеральное масло. Как бы его ни называли, парафин, вазелин. Суть в том, что он создает пленку, которая полностью консервирует нашу кожу. Можно купить в аптеке витамин А в жидком виде и несколько дней, пару раз в сутки мазать им губы. Такая процедура хорошо их увлажнит, и никакие бальзамы не понадобятся. Разве что в исключительных случаях можно пользоваться помадами, но только с натуральными компонентами. А чтобы выбрать идеальный декоративный продукт для макияжа губ, мы решили провести небольшой эксперимент. Трем моделям нанесли разную косметику: обычную кремовую помаду, стойкую матовую и глянцевый блеск. Чем сильнее температура, тем они становятся более растекаемыми, более мягкими и могут терять силуэт, форму губы. А чем холоднее, тем они становятся более твердыми, консистентными и замечательно лежат на губах. Проверим, как это скажется на комфорте и красоте губ наших девушек. Идем кататься с горки! Комфорт в применении помады зимой напрямую зависит от того, какая у вас кожа губ. Если сухая и не очень тщательно подготовленная к макияжу, выбираем средство с глянцевым финишем. Такая косметика содержит больше масла, а значит, будет застывать медленнее и сушить губы меньше. Если же вы любительница матовых стойких помад, но при этом у вас сухая кожа, то можно нанести перед этим бальзам для губ или их проскрабировать, и тогда тоже никакого дискомфорта не будет. Во время нашего эксперимента модели нанесли стойкую помаду именно таким способом. А вообще любая косметика ляжет идеально, но лишь в одном случае, если губы правильно подготовлены. Можно использовать легкое скрабирование. Сахарный, медовый пилинг, если можно эти продукты. Можно взять нежную щеточку и тихонечко проскрабировать. Можно использовать специальные продукты. После этого можно на основе масла или натурального воска нанести тоненьким слоем бальзам. И, в общем-то, через полчаса-час вы можете нанести любую помаду и не беспокоиться, что она вызовет дискомфорт. Кстати, в нашем маленьком соревновании определить победителя оказалось сложно. Все три помады выдержали испытание. Губы выглядели к концу зимних развлечений почти идеально. Вот только модели с кремовой помадой и блеском жаловались, что к губам прилипают волосы, если прическу растрепал ветер. Матовая же не принесла вообще никакого дискомфорта. Но ее визажисты не советуют использовать в холода каждый день. Лучше чередовать разные текстуры, так интереснее и полезнее для губ.